Компания IAC Film and Television совместно с комиссией Острова Мэн, Sony PlayStation, Bowsy Films, MIDA представляют Голди, Эндрю Гот, Дэвид Боуи в фильме «Понты». Кастинг: Сара Берт, линейный продюсер Пол Фрид, художник-постановщик Пол Гросс, монтаж Джереми Гибс, оператор-постановщик Джулиан Морсон, композитор Ники Мэтью. Продюсер Джоан Ри, автор сценария и режиссер Эндрю Гот. С днем рождения, ребята! Паровозиков в этом году не будет, только эти стрелялки. Я их почистил. Прислали на прошлой неделе. У меня 60 винтовок и около миллиона патронов. Ваша мамочка будет гордиться вами. Ты просто гений, Берни, мать твою, гений! Я все делишки уладил, мы теперь больше не просто банда. У нас настоящая фирма с контактами в Гамбурге, на Мальте. И я только что встречался с человеком из Москвы. Просим помочь обращением к свидетелям убийства 3 марта 2001 года с возвращением домой.
Деточка моя, я так скучала по тебе. Да? А, привет. Ты извини, что я тебя вытащил. Я просто подумал, не мог бы ты музыку сделать чуть потише? Хочешь сигарету? Спасибо. Потише чуть-чуть. А то моя кровать как раз у стены, и я, конечно, понимаю, ребят, вы веселитесь, у вас, наверное, все здорово. Слушай, пойдем, сядем в машину, поговорим. Ладно, пошли. Рэй. Прости, я опоздал. Красивый ребенок, уродливый родитель. Еще раз такое скажешь о моей жене, по башке врежу. А ты накачался, посмотри. Да перестаньте его оба. Значит, увидимся в клубе, Рэймонд. Да, я приду. Леон, хочешь, чтобы я тебя устроила в колледж Смита? Начал бы Новый год с дипломом. Да нет, для меня уже поздно, дорогуша. Но ты ведь придешь в клуб нам помочь? Черт. А? Кто ребенок? Мартин. Лютер Кинг Колл. Пока, Эллен. Что это за придурок? Да сосед местный пришел жаловаться на шум. Ну, я ему дал кое-что. Значит, увидимся вечером в клубе. Да. Пока. Спасибо, Леон. Это все правда, кузен? Китайцы занялись нашим бизнесом. Цена упала вдвое после перемирия. Крепких ребят не осталось. Надо начинать. Ничего не надо начинать. Да что с тобой? Я проголодался. Я только что вернулся домой. Все может подождать. Да брось ты. Не сейчас, но... Не сейчас. Увидимся. Не слишком ли ты щедр в своих подарках, Терри? У меня здесь все идет как нужно, так что не надо делать то, что ты делаешь. Ну, он устал, ничего, с ним такое бывает.
Знаешь, тюряги. Один придурок там подкладывал мне кое-что в еду. Так он с ним такое сделал, видел бы ты его рожу в камере потом. Да, ты мне говорил. Ну, хорошо снова быть дома, ребята. И еще хорошо, что Манчестер Юнайтед выиграл чемпионат. Если бы победил Ливерпуль, ты либо нас всех распял. Ну, поговорим, Берни. А Рэй придет? А ты что, по нему соскучился? По его гадкой морде-то? Еще бы. Что ты сказал? Ну, придет он или нет? Ты этого не говорил. Может, начнем, Терри? Да. Давай начнем. Большинство из вас знает, что Кермет умер. Он умер вчера ночью. Передай соболезнования своей бабушке Мо. Во всяком случае, Терри считает, что мы должны ответить своим убийством. Каждый за этим столом получит по 20 штук. Работа займет 5 минут. Я хочу, чтобы вы все оставались чистыми, по крайней мере, 6 недель. Нам понадобится алиби ваших семей. После этого можете соскочить из Ливерпуля, поехать в Лондон или куда-нибудь, затеряться там. Пэт, ты будешь стрелять. Ну, обряд инициации. Вопрос доверия, Терри. Вопрос доверия, Пэт. Терри, я не думаю, что смогу. Нам нужна кровь, ты понял меня? Я знаю. Просто... Привет, ребята, как дела? Рад вас видеть. А ты что здесь делаешь? Не знаю. Ну так проваливай тогда. Давай. I'm not staying, because I'm going shopping. Не могу остаться, тороплюсь по магазинам. Bernie, what's wrong? Берни, что происходит? Kermit's dead, right? Кермит умер, Рэй. They killed him. Они его убили. Who? Кто? The Chinese. Китайцы. Как? Все в порядке? Иэн. What is the matter with you? Ну что с тобой? Да ничего, ничего, нормально. You got two more days, there's no problem, is there? No, man. У тебя еще два дня. Нет проблем. Take it easy. Да нет, я тебе могу сейчас заплатить. Да полегче ты. Где ты взял столько? Гиги. Да, чек пришел за обучение. You boys ever got a class? Yeah, get that down your neck. Now what? With you. Fucking nutters! Вот придурки несчастные. Если у тебя будет 250 лишних. У меня есть девочка в четверг. Она такая голодная. Вот тебе ублюдок, вот тебе сукин сын. Спасибо за наводку.
Вот и прибыла наша вторая династия, братья. Город наш, мы новый порядок. Никто с нами теперь не свяжется, никто мозги полоскать не будет. Мы здесь будем устанавливать порядок. Это наш новый порядок. Пусть хоть кто-нибудь слово скажет. Что происходит? А ты что здесь делаешь? Дела пошли. А ты пластинки ставишь с почтальоном. А ты зачем с ним? Вот теперь полноправный член банды. И кому он нужен? Он наркоман. Давай, помоги с ним. Эй, что это вы делаете? Пошли. Увидимся в спортивном зале, надо поговорить. Слушай, он слюни пускает мне на книгу. Приди его в порядок. Ну-ка, помоги. Толстый чертяка. Да уж, здорово. Хочешь попробовать? А почему бы и нет? Хорошо. Видишь, зачем я качался в тюряге? Вот он, самый кайф. Никто не привяжется. Да-да. Послушай, брат. Я просто буду руководить клубом. Черт. Я знаю, что мы говорили в тюряге. Я просто так больше не могу. Мне страшно, брат. Но ты мне нужен в деле. Ты единственный, кому я могу доверять. Мы должны быть вместе, я согласен. Черт возьми, все это гангстерское дерьмо. Брось ты. Деньги пригодятся. Мама уезжает на Ямайку в следующем году. Тогда сможем тратить деньги на что захочешь. Ты головой подумай. Хуже нас, ведь никого нет. Кермита убили. Он же пулю за нас принял. Ты его должник. Не забывай, кто ты, Рэй. Я знаю, кем я был. Мы будем вместе. Но этого я делать больше не буду. Друзья называется. И ты оставь Пэта в покое. Это все? Ты меня будешь указывать, да? А сам участвовать не хочешь? Он убит, убит. Понимаешь ты меня? Вот, слушай, я скажу ребятам, нужно найти работу, но чтобы инспектор не привязывался. Надо, чтобы все бумаги были в порядке. Понял?
Я думал, ты ненавидишь детей. Да, я пришел, чтобы застрелить их. Ну, двое мученики. Вы так целый день? Да? Устали, небось. Да уж. Ну, кто хочет шоколадных бисквитов? Я. Нравится? Right. Ничего. Lot of changes around here. Многое здесь переменилось. Yeah. Да? New businesses, government investments. Новые предприятия, правительственные инвестиции. Высококлассная проституция, более дорогие наркотики. Все отлично. А ты чем будешь заниматься? Тем же дерьмом? Тем же дерьмом, что ты имеешь в виду? Да пошел ты. Не знаю. Может, открою клуб. Все будет законно. А Сандру видел? Нет, а ты? Что ты сказал Рэю, а? Что я люблю тебя? Что я проявляю к тебе чувства? Я тебе покажу чувства. Черт, это же наша квартира. Эй, кузен, ну что с ним сделали? Черт, ты ранен, а? А черт, Рэй. Отстань. Черт бы меня побрал. На нем жилет, все схвачено. А ты давай, давай, улыбайся, улыбайся дальше. Полегче, полегче. Лен. Эй, все в порядке, что случилось? Карл, что случилось? Someone gets shot.
Что случилось? Кого-нибудь подстрелили? Да напугал, чтобы куртку взять. Так холодно. Дай пистолет. Я не могу тебе помочь, если ты не дашь мне пистолет. Я отведу тебя домой, и ты согреешься. Терри Фотмак escaped. Терри напал на меня. Я сбежал. Убью, убью. Ну ладно, ладно. Оставь себе пистолет. Я отведу тебя домой. Ладно? Пойдем. Налью чего-нибудь тепленького, и ты мне все расскажешь. Ну, что скажешь? Я не в настроении. Ну? Ну, слушай, я просто хочу знать, кто заплатит за это окно. Я понял. Затмение. Затмение. Понимаешь, я Луна. Он Земля. Я вращаюсь вокруг него и закрываю его. Очень смешно. Папа, я тебя повторять не буду. Да это чушь. Брось ты, ты совсем не злой, ты хочешь творить, хочешь заниматься музыкой. Ну а ты? Ты тоже имеешь дело только с тьмой и злом. Зло. Зло — это твой двоюродный брат. Не могу поверить, что ты это сказал. Прости. Я тебя больше предупреждать не буду. Слышишь? Я же сказал, извини. Ты когда-нибудь читал Библию? Нет. Я сказал нет. Ну. Я тоже. What the fuck's that supposed to mean? И что это должно значить? А может, следовало? Говорят, чертовски хорошая книга. Но кто-нибудь мне скажет, кто заплатит за окно? Я не собираюсь платить за то, что я не делал. Слушай, точно, хорошее название. Затмение, потому что он Луна, а мы Солнце. Мы вращаемся вокруг него и затмеваем его. Вы что, оба оглохли? Кто-нибудь скажет мне, кто заплатит за окно? Там чертовски холодно, я заплачу. Да нет, это чушь. Ты с детства за ним присматривал, а теперь будешь платить за то, что не делал. Да ладно, хватит, давайте веселиться. Ты что, меня отпустишь одну? Я хочу остаться и останусь. Все в порядке? Что ты здесь делаешь? Прости. Мы что, знакомы?
Может, ты снимешь свою толстую задницу? У людей Porsche, BMW, Mercedes, и я единственный Пеппер Хилли, который приезжает на велосипеде с маппетом в качестве водителя. Черт. Клинт, что? Ты заткнешься или нет? Черту. Ты что творишь, а? Этот куст рос столько лет. Ничего с ними случится. Пошли. Это еще что такое? Черт! Что это? Черт возьми! Он ранен, Берни. Ранен. Вызови скорую помощь. Снайк, успокойся. Все хорошо. Сейчас придет скорая помощь. Мне нужен врач. Сейчас будет. Вызовите врача. Сейчас ребята пошли и все сделают. Ты успокойся. Экономь силы. Все в порядке. Я не чувствую ног. Все будет хорошо. Врачи уже приехали. Приедут. Не говори много. Лежи. Экономь силы. Ног не чувствую, парни. Это естественно, Снайк. Я вообще тело не чувствую. Ничего. Ну, посмотри мне в глаза. Держись. Оставайся со мной, Снайк. Оставайся. Мне холодно. Оставайся со мной. Слышишь? Мне холодно. Слышишь, Снайк? Оставайся со мной. Ну? Ну брось. Ну что ты?
Что? Что такое? Там кто-то есть на лестнице. Я пойду посмотрю, пойду посмотрю. Кто здесь может быть? Да никто. Ну ладно, ладно. Дверь была настежь. Мы просто не закрыли ее. Ты видел кого-нибудь? Нет. А ты проверил на кухне, да? Ну как ты? Ты ведь останешься, да? Конечно. Но только при одном условии. What? Каком? Ты скажешь мне, как тебя зовут? Клэр. Здравствуй, Клэр. Я Рэй. Странная ситуация, да? Я обычно таких вещей не делаю. Вообще-то я должна была бы это сказать. У тебя есть сахарные хлопья? No. Нет. Starving. Умираю с голоду. Но я посмотрю, что-то есть. А шоколадные подушечки, конечно, есть. Знаешь, что такое шоколадные подушечки? Ну еще бы. Ах ты, сладкоежка. Ну-ка, идем на кухню. Не хочу с тебя глаз спускать. Ты ублюдок, извращенец, это же был ты, так? Они убили Снейка на вечеринке вчера ночью. Я думал, они с тобой охотятся. Прикончили девчонку, просто мимо проходила. Это были китайозы. Я же говорил. Я подумал, они с тобой пришли. Зачем им за мной приходить? Зачем? Зачем? Бедняга Снейк. Столько крови. По всей улице была. Господи. Щенки несчастные. Воюют, понимаешь? Думаю, это они очень крутые со своими пушками. А ты уверен, что это были китайозы? Конечно, я уверен, что это были китайозы. Извини.
Да-да, слушаю. Hello. Алло. Hi. Привет. No, it's okay, it's okay. Нет, все в порядке. Тут кое-какие неприятности. Ну ничего, скоро увидимся. Sorry, man. Прости, друг. Don't lose you, man. Не хочу тебя потерять. Nobody's losing anybody. Никто никого не теряет. Я просто слишком стар для всего этого дерьма. Miss you, man. А мне тебя не хватает. See you later. Увидимся. С вами, ребят, все в порядке? Ты куда делся? Что случилось? Это были китайцы. Триада. Я тут подумал, нам бы переехать на Карибы. Шутишь, да? Меня они не пугают. Ты меня пугаешь. С чего это? Ладно, займемся. Давай. Скорее, а то кто-нибудь придет. Убит в перестрелке между бандами, как полагает полиция. О, прости, я опоздал. Не говори так громко. Извини. Этого недостаточно, Леон. Я больше так не могу. Это твоя идиотская привязанность к этим дерьмовым людям, которым ты думаешь, ты чем-то обязан. Ты ничем не обязан, они обязаны нам. Я знаю, как ты к этому относишься, но подумай, я не могу спокойно выйти на улицу, пойти в магазин, пригласить сюда своих друзей, родителей. Я люблю тебя, Леон. Больше всего на свете. Но я уезжаю. И хочу, чтобы ты поехал со мной. Но если ты откажешься, тогда... Какого хрена мы здесь сидим? Снейка же убили, черт возьми. Ты что, не можешь принять никаких решений? Ты как какая-то марионетка с тех пор, как они вышли. Они смеются над нами. Саймон, в мои дни банды не состояли из сосунков. На Рождество я старушкам индейки раздавал. Так вот, вы все тоже придурки индейки несчастные. Пшел вон. Я хочу знать, чего мы тут сидим. Ладно, прости. Я понимаю, что ты чувствуешь. Я тебе клянусь, я с этим разберусь. Я их лично прикончу. Дай мне только 5 минут с Берни. Слышишь? 5 минут. Ладно. А где ты был прошлой ночью, Терри? Ты интриговал против меня? Ты слышишь меня, педрила несчастный?
Ну, прости, прости, Берни. Ну, прости и прости. Ты знаешь, я присматривал за нашей группой 2 года, Терри, и мне эта чушь не нужна. 2 года. Ты знаешь, Пэт, он такой красивый, Берни. Он ничего для меня не значил, Терри. И ты не заслуживаешь такого сукиного сына, как я. Это точно, Терри. Ты здорово изменился, знаешь. Да, я изменился, Берни. Я думаю, из-за Рэя. Причем, Рэй? Ты оставил Снейка мертвым прошлой ночью. У нас не было лидера. А потом видели, как ты следил за Рэем. Он больше не наш человек, Терри. А ну-ка, встань, Берни. Встань, тебе сказали. А ну, иди туда. Ну, скажи goodbye, Берни. Ты мог бы научиться многому от своих врагов, китайцев. Всегда держи что-нибудь в запасе. Да. Hello? Алло? Стивен! Стивен! Yeah? Да? When? Когда? Good. Хорошо. We'll be there. Мы там будем. You know what, Bernie? The Chinese, man, they're good. Знаешь, Берни? Это китайцы. Они хорошие ребята. Уважение, честь, традиции, кодекс поведения. Можно многому научиться у врага, Берни. Привет. Привет. Разве я говорил тебе, где живу? Нет. Твой мобильный телефон был выключен, но твоя мама сказала, что ты вернешься через полчаса, поэтому я просто решила... Кто там, сынок? Клэр. Рада познакомиться. Думаю, тебе лучше войти. С удовольствием. Have you met Terry? No, I don't think so. Oh, really. Ты знакома с Терри? Нет. Он двоюродный брат Реймонда. Их никто никогда не может разделить. Когда Рэй был в школе, а я работала, Терри за ним заходил каждый день и приводил его домой. И вам нравится жить здесь? Здесь много хороших людей, Клэр. Да, конечно, Господу Богу, здесь нелегко не приходится, столько несчастных, заблудших душ. Но я горжусь, что мой мальчик всегда был вежливым и обращался со своей семьей с уважением. Никто не совершенен, только Господь Бог, и только Он может судить нас. Извините, если я обидела вас. Ладно, мама, мы пойдем. Хорошо, сынок. Приятно было познакомиться, Клэр. Вы должны снова зайти. Давай пройдемся. Что? Пройдемся. Куда? Да здесь где-нибудь. Зачем? Потому что мне хочется. Но здесь нечего смотреть. А я ничего не хочу смотреть. Я просто хочу подышать свежим воздухом. Воздух здесь воняет. Сколько ты был в тюрьме? 2 года. Твоя мама говорила, что ездила тебя навещать каждую неделю. Она говорила, что это ужасное, злое место, но что ты был невиновен. Это не так. Почему-то так я и подумала. Привет, Рэй. Привет.
Ты куда? Просто погулять. Зачем? Это твоя женщина? Нет, просто друг. Он гангстер. Неужели? А я думал, он без работы. Не говори таких вещей. Ты, Виттери Марш, главарей, собираетесь прикончить китаёс. Кто тебе сказал? Не знаю. Ладно, пошел отсюда. С тобой все в порядке, да? Все это так интересно, ты с ума сошла. Ты не первый, кто мне это говорит. Что ты там делала вчера ночью? А что? Да ничего. А почему пришла меня сегодня навестить? Пишу научную работу, а ты как думал? А мне очень понравилось вчера ночью. Вчера ночью все это было глупо. Так ведь? Мне нравится, как ты выглядишь. Как ты смотришь на меня. Мне нравится, как ты улыбаешься. Мы репетируем вечером. Хочешь прийти? Зависит во сколько. Я тебе позвоню. Ладно. Пока. Наджа, я как раз тебе звонил. Где ты был? Я тебя искал. Что это с тобой? Ничего себе. Занят был, да? Ладно, ты мне нужен завтра. Зачем? Большая будет разборка с триадами. Их 60 человек, все с оружием. Я с тобой заеду. Нет. Я же тебе сказал. Я нашел себе другое занятие. Я первый раз книгу открыла. Нет, я называю это исследованием. Ну, хорошо. Потом поговорим. Пока. Hello? Алло. Terry. Это Терри. No, Терри? Wrong... Я думаю, вы ошиблись. А это Клэр? Да, Клэр. Это Терри. А, Терри. Друг Рэя. Двоюродный брат. Что? Nice house. Хороший домик. Do that again? А ну, сделай еще раз. Вот сука, иди сюда. Take it to the fucking bed. Тащи ее на кровать. Видишь ли, у меня был план такой. Прийти. И врезать тебе пару раз, а потом вытащить пистолет. Но ты оказалась какой-то сукой амазонкой. Драться, да? Думаешь, я педик, да? Педик, да? Ах ты, сука, несчастная. Помогите, помогите, скорей. Пять, шесть, семь, восемь. Люсиль, так зовут мою маму. Я знаю.
Привет. Что случилось? Ничего. Рад, что ты беспокоишься, что все-таки случилось. Да ладно, так, дела. Тебе не нравится, я переживу. Но вот то, что ты хочешь делать, я нашел тебя. Выступление. Завтра, вечером. 200 каждому. 12 часов. Одна песня. Джои, в Ройле. Должен мне услугу. Что он мог сказать? Согласился, так что вы выступаете. Ладно. Ну что, нравится? Отлично. Спасибо. А где Пэт? Я не знаю, где Пэт? Слушай, я хочу выступить. Я правда хочу. Хочу. Ну так что, давайте, выступайте. Конечно. Эй, подожди. Не уходи. Зачем мы работали? Зачем мы здесь? Что мы делаем? Да брось. Я бы так или иначе договорился. Мы же ради этого работали. Да брось, все будет клево. Ну, ну всего хорошего, начальнички. Ты куда собрался, черт тебя побери? Ты же должен выступать завтра, репетировать надо. Да пошел ты в задницу. Нет. Это ты пошел. А ну повтори, Кен. Убери пушку. Ты что, с ума сошел? Когда он научится уважать. У него нет манер. Это твои ребята. Ты просто рехнулся. Нас там прикончат на твоем выступлении. Я тоже пошел, я не собираюсь. Лезь туда с ним. Ладно, успокойтесь, этот идиот уходит. Ладно, ладно, никто меня не любит. Я ухожу, извините. Увидимся завтра, Рэй. Ко мне полиция сегодня приходила, спрашивала о нем. Ладно, Лео, я знаю. Он настоящий психопат. Заткнись, Лео, нет. В прошлый раз он утянул тебя за собой в тюрягу. Рэй, нет, нет. Что я здесь делаю? Этот только болтает, болтает. Думает, если он будет болтать, все убийства остановятся. Они будут продолжаться. Вон она, настоящая жизнь пошла. А здесь какой-то бедлам. Ты уж прости меня. Как мама? Хорошо. Ей нужна новая стиральная машина. Скажи кому-нибудь из ребят установить. Она даже не заметит, что новое появилось. Будешь выступать вечером? Сомневаюсь. Да я все устрою. Легавые сели нам на хвост. Откуда ты знаешь? Слышал. Этот социальный работник, мать его, это он настучал. Пришить бы его. А он мне нравится, он джентльмен. Да пошел ты. Ты никогда уже ни с чем не соглашаешься. Ты не слушаешь меня. Никогда со мной не бываешь. Мы же как одна семья. Вот что главное. Семья.
Когда мы сидели, никто с нами не связывался. Мы были как, мать их, сиамские близнецы. И мне нравилось. Я не позволю больше никому забрать годы моей жизни. Ты мой брат. Я убью любого, кто притронется к тебе. Но этого я больше делать не буду. Слышал меня? Да здесь то же самое. Кто тебя тронет, тот труп. Ты меня не слушаешь. Да? Нет. Примерно 45. Хорошо. Через полчаса примерно. Она красивая, да? Надо будет привести ее в клуб сегодня. Она приходила вчера домой. Мама ее угощала рисом с горохом. Она сидела там, смотрела на наши фотографии. Когда мы были с тобой, бойскаутами? Я вот что скажу тебе. Я ее запишу в список гостей в клубе. Спасибо. Ну, до встречи. Пока. Да, Берн. Что ты делаешь, а? Не задавай мне больше вопросов, Берни. Терри, что мы делаем? Женщины и дети. Я думал, мы будем следовать кодексу, как эти поганые китайцы. Она не женщина, она шлюха несчастная. Приходила ко мне в дом. Закрой дверь. Леон, что ты делаешь? Оставь, оставь, пожалуйста. Ты говорил с ментами. Странно. Ну, ребят подумали, что у тебя такой вид, что ты сейчас на машину кинешься. Я думаю, тебе лучше заниматься пением, семейный человек. Надеюсь, я не напугал тебя. Как ребенок. Уходи. Нет. Уходи. Все в порядке. Все, все хорошо, все хорошо. Они здесь.
good, Steven. Хорошо выглядишь, Стивен. Good to have you back, Terry. Рад, что ты вернулся, Терри. Trouble? Неприятности? No trouble, Steven. Никаких неприятностей, Стивен. Совсем никаких. So you brought the family. Я вижу, что ты семью с собой привел. That's Mr. Chang. Это мистер Чанг. Он старейшина. Так вот, Терри, некоторые из наших ребят, похоже, ушли в самоволку. Нам кажется, они стараются начать войну, в которой никто не победит. Они просто глупые, не знающие дисциплины, глупцы, и за них мы теряем лицо. Так вот, мистер Чанг горит желанием возместить. Я тоже рад вернуться, Стивен. Это мне? Yes, Terry, well done. Да, Терри, правильно, это просто маленькая компенсация за ошибки заблудших среди нас и их покушение на вашу территорию. Мы подумали, что взнос в 250 000 фунтов стерлингов поможет сохранить вашим и нашим людям дружбу. Берни! Я вижу, ты большой специалист в дипломатии. Он, похоже, знает тебя. Не следовало тебе это делать, Терри. Извини, не следовало делать? С чего бы это? Терри, Терри, мы можем существовать вместе. Снейк, мой друг, которого не убили, тоже хотел существовать. Мне нравится слово «существовать». Сексуальное, да? Никто не будет в безопасности, ты знаешь это. Те, кого мы любим и ценим, погибнут. Ах, ты мне угрожаешь, Стивен. Ты что, не понял, приятель? У больших армий есть генералы, Стивен. И почему-то мне кажется, ты никакой не генерал. Да нет, тут дерьмо всякое убираем. Я тебе перезвоню, двоюродный братец. Понял. Его приятеля нужно было расстрелять на рассвете. Он посылает войска, отдавая не те приказы. Вот это крутой ублюдок. Это уважение. Если
If a boy want to talk, just turn at them. If him fit them cuffs, to just hunt again. Kill out police, my brother man in front of them. Boy, rip me bullet. Well, what happened? Ну, что случилось? Tell. Да ничего. Расскажи. Приятно, что тебе не все равно. Стивен. Это с самого начала был Стивен. Он пытался выпудриться, расшириться без согласия старейшин. Поэтому я, его старейшина, с ним разобрались. Но теперь он будет счастлив. Все будет тихо, он только что купил китайский ресторанчик. Не может позволить себе, чтобы мы его беспокоили. Значит, войны не будет? Не будет. Это хорошо. Знаешь, о чем я подумал? Я лучше из тебя звезду сделаю. Птичка тебе звонила? Нет. Пытался сам дозвониться целый день. Но у меня телефон не работает. Возьми мой. А? Спасибо. Ты ведь знаешь, я люблю тебя. Знаю. Пошли, пошли. Привет. Да, я вернулась ненадолго. Если знаете об интересных вечеринках, сообщите мне, где и когда. А если вы звоните маме или папе, то они уехали в круиз по Средиземному морю. Оставьте сообщение. Привет, это Рэй. Я оставил твое имя на дверях. Приходи к 12. Привет. Привет. Ну, как ты? Я в порядке. Хорошо. Это хорошо. Ну, а насчет меня спроси. Я устал. И мне на все теперь наплевать, Раймонд. Я живу сегодняшним днем, сегодняшней секундой. А все остальное время я в коме. И знаешь, что смешно? Я только что понял. Она что, к матери уехала? А ведь я люблю петь, Рэй. Ведь ты нас вместе нашел, собрал. И все было хорошо. Что значит было? Ты ведь знаешь, ты прекрасный певец. Да брось ты, поехали в клуб. Терри отвезет нас. Тебе не придется идти. Ты знаешь, мне сказали, он зарабатывает 50 тысяч фунтов в неделю, продавая детям. Детям. Ты не можешь больше закрывать на это глаза, Рэй. Ты либо гангстер, либо нет. Ты должен выбирать. Каждый человек убивает то, что он любит. Он просто дерьмо. Он мразь. Он грязь. Все дело в нем, Рэй. В нем. Ты должен понять. Он хочет владеть тобой. Ты рехнулся. Ты винишь во всем моего двоюродного брата. Ты лучше уехать, парень. Я больше защищать тебя не буду.
Мы будем похожи на идиотов. Не будем. Все будет в кайф. Нет, вы видели, а? Сколько там разноцветных перышек. Гнездо можно свить. И нас пригласили на вечеринку. Две роскошные корочки. Слушай, может, будем посерьезнее? Ну что с тобой? Рэй, а где Леон? Ты в порядке, приятель? Да. Ну так он придет? Не знаю. Что происходит, черт возьми? Придется обойтись без него. Что? Да к черту, это я пошел. Что у вас происходит? Может, кто-нибудь расскажет мне? Знаете, ребята, шлюхи, они всегда были. Всегда. Вынимайте свои игрушки, ребята. Прицельтесь ей в подбородок. Знаете, она явилась к нам домой. Навязывалась всем. Нашей семье. Она пыталась забрать его у меня. Ну-ка, щелкните затворами. А теперь снесите ее поганую башку. Ты в порядке? Слушай, ну-ка вставь ей. Вставь. Ладно, сиди. Танцоры носят хорошие корточки. Только башку твою она не защитит. Хороший клуб. Оплачен умершими детьми. Вы все больные. Я рад, что ты перепугал меня до смерти, Терри. Это мне прочистило мозги. Потому что теперь я знаю, что важно, а что нет. Надеюсь, Бог простит тебя, приятель. Потому что тебе конец. Я позабочусь. Но это будет тебе не так просто. А теперь пошумим. We'll be right back.
Ну что, все в порядке? Извини, должен забрать свой плащ. Не надо бояться, дорогуша. Все очень скоро кончится. А, как? Здорово! Вот это была жизнь! Лучшая минута в жизни! С тех пор, как я вышел, я весь не в себе. Теперь мы этим будем заниматься все время. Ну как, ребят, повеселились? Ты куда собрался? Ты же должен Нельсона сводить. Я зайду к себе утром. Куда ты собрался? Завтра у тебя, да? Просто фантастика. Молодцы, ребята. Эй, Берни, а ты теперь будешь одной из наших поклонниц? Я могу быть и похуже, дорогуша. Конечно, не Бадди Холли, но отлично. Тебе понравилось? Правда. У тебя хорошие ножки. Они прямо на людей наехали. Один из них вышел и стал стрелять вон в того человека. А когда он упал, ударили ребенка по голове, а потом отрубили ему руку. Столько крови. Пошли. 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 Господи, гребаный Христос, они же отрубили ему руку. Я говорил тебе, не надо было меня это слушать. Не надо было меня это слушать. Надо было прикончить его тогда же. Но не волнуйся, мы им покажем. Войдем и выйдем. Прикончим всех. Всех. Этот придурок будет твой. Сообщи ребятам, пусть упаковываются. Возьмут с собой все. Едем. Мы им покажем. Берни отвечает. К черту, Берни. Они прикончили Леона. Колин. Ты занимался этими счетами? Молодец, все в порядке.
А это твое? Как ты это называешь, а? Моя теща лучше ведет счета. Слушаешь меня, кусок дерьма? Убей его! Прикончи, прикончи его, кузен! Прикончи его! Прикончи его нахрен! Это все он! Он! Ну где теперь твоя пушка, а? Где теперь твоя пушка? Это за Леона. Ну-ка вы оба стоять на месте. О, Господи! Опусти оружие. Он видел наши лица. Пожалуйста, сэр, бросьте оружие. А теперь в аэропорт. И все, конец. Мы дома. Сволочь ты тупая, зачем ты сюда пришел? Саймон, выгребай все из сейфа. Мо, приведи машину к подъезду. Я говорил тебе, должен был меня слушать. Теперь ты мой, мой, черт возьми. Пошли, пошли. Мам приедет примерно через неделю, когда пыль уляжется. Да, там столько пляжей, столько персиков тебе, Саймон, друг. 1.5 миллиона, с процентами. У вас есть одно сообщение? Рэй, это Берни. Я расскажу тебе, а ты делай, что хочешь. Твой друг Терри похитил твою подружку, а потом сказал мне убить ее. Я ее не убил. Сказать по правде, я никого не убивал никогда. Хотелось пару раз. Затем он спланировал убить Леона. Использовал Фреда и Марлона в черном Меркури, чтобы выглядели как китайцы. Он стал одержим тобой. Не знаю, что ты будешь делать с этим. Но вы оба изменились с тех пор, как вышли. Он совершенно безумен, если хочешь знать мое мнение. Во всяком случае, меня ты больше не увидишь. Фильм Эндрю Готта. Клэр, Рэйчел Шелли, Леон, Клин Дайер. Роли исполняли в алфавитном порядке: Клин, Дэвид Бейкер, Берни, Дэвид Боуи, Пэт,
Грэм Брайан, Саймон, Винсент Дэвис, Дик, Джейм, Дрейвен, Терри, Голди, Рэй, Эндрю Гот, Кен, Пол, Эйкарт, Снейк, Кевин, Джон Харви, Иэн, Пол, Кортни Хей и другие. Start getting too much like a bad motherfucking dude is out on the street waiting, moving like a contradiction, man. You don't make no plans, man. You know, you don't make no plans, man. You just moving like a contradiction, man. Hey, 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 hey.